Во вторник в Самарской области ясная и морозная погода без осадков. Днем минус 15, минус 17 градусов, ночью 16-19 ниже 0. Ветер южного и юго-восточного направлений, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем минус 17, ночью до минус 19 градусов. Ветер юго-восточный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем минус 15 градусов, ночью 16 ниже 0. Ветер южный, 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, температура воздуха днем минус 14, ночью понизится до 19 мороза. Ветер южного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%, геомагнитное поле спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.